Разрешите показать вам высококачественные съемки, сделанные камерой, установленной на самолете разведчики. Это видео демонстрирует то, что произошло именно с позиции цели, а не того, кто стрелял. И это обстоятельство делает эти кадры уникальными. На кадрах видно, что беспилотный, невооруженный летательный аппарат совершает обычный полет по сбору информации в небе Грузии. Этот самолет принадлежит Министерству внутренних дел Грузии. Сейчас вы увидите, что в кадре появится истребитель МиГ-29 с его характерными отличительными чертами хвостовой части. МиГ-29 — российский самолет, таких у Грузии нет. Не имеют таких и повстанцы-сепаратисты. Повторю еще раз. Это российский самолет, сбивающий грузинский летательный аппарат. Разрешите показать вам еще одно доказательство. Данные радаров. Радар показывает, что МиГ-29 взлетел из Гудауты в Абхазии. Российскому МиГу там вообще запрещено находиться. МиГ-29 летит на юг, сбивает грузинский беспилотный самолет и затем улетает на север, в Россию.